Когда-то у меня была настоящая жизнь. У меня была замечательная девушка Линда. Вместе мы поехали в маленькую хижину в горах. Некрономикон Экс Мортис. Книга мертвых. Похоже, археолог приехал в это отдаленное место, чтобы перевести и изучить свою последнюю находку. Она никогда не предназначалась для мира живых. Книга пробудила что-то темное в лесу. Оно забрало Линду. А потом оно пришло за мной. Зловещие мертвецы. Озвучено Фларофилм.